На Первом областном стартует новый проект – видеоэнциклопедия по истории города «Лица улиц». Цикл передач посвящен памятным местам Орла, героям Победы и защитникам Отечества. Страницы истории областной столицы мы будем листать вместе со студентами и преподавателями Орловского государственного университета имени Тургенева. Порой мы даже не задумываемся, о чем говорят названия улиц Орла. Среди них есть те, что носят имена героев Великой Отечественной войны. Согласитесь, их должен знать каждый. Мы расскажем о происхождении названий, о подвигах людей, чьими именами названы улицы города. Совместный проект телеканала «Первый областной» и Орловского государственного университета имени Тургенева, приуроченный к 75-й годовщине освобождения Орла. Смотрите дважды в неделю. Для Орловского государственного университета данный проект, безусловно, имеет большое значение. Во-первых, мы участвуем практически во всех информационных, федеральных и областных проектах. А во-вторых, для нас это очередной шанс выполнить именно свою просветительскую функцию – рассказать людям, жителям города, об улицах, на которых они живут, показать лица этих улиц, рассказать о героях, в честь которых они названы.